Ребят, новый прицеп Adria 472 PK. Забираю с яхт на колесах для нашего заказчика из Якутии. Будем делать на него пневмоподвеску Anvir, ну и кое-какие еще примочки. Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас едем на базу. Ну вот и завершился проект Adria 472. Это новый прям прицеп. Мы пригнали с яхт на колесах. Переоборудовали пневмоподвеску Anvir, поставили солнечные панели, на крышу влезло 600 ватт. Дальше установили дизельный отопитель в параллель с газовым. То есть это нужно для того, чтобы, во-первых, в дороге можно было греть прицеп, плюс был резерв по теплу. Пойдемте сейчас небольшой обзор я сделаю. Это видео чисто техническое, ну и какие решения были приняты на этом прицепе. Колесики 225-75R15 на литье. Вот интересно, что сзади вот такой вот грузовой отсек. Ну, видны сразу электроэнергия подключения, залив воды. Здесь под кроватью большой рундук. И вот что здесь у нас есть. Вот установлен отопитель 4 кВт дизельный. И вот обратите внимание, бочонок трума, бойлер. То есть он от гофр работает, и еще там тент на 220 встроенный. Поэтому система такая автономная получается. Но ступенька, бак подкатной. Здесь расположилась компрессорная станция с ресивером, манометр и клавиши управления пневмой. Ну и плюс кнопочка включения. Дальше сейчас я покажу, как расположился бак. И там немножечко пришлось переделки сделать по расположению ящиков. Там ничего хитрого. Сейчас ключик возьму. И потом мы пойдем здесь смотреть. У Adria располагаются газовые баллоны. Вот эти вот лоточки для вещей. И вот здесь такая же была конструкция, но сюда мы расположили дизельный бак на 20 литров. Итак, вошли внутрь. Ребят, за качество съемок сразу прошу прощения, потому что на улице мороз, ветер, пальцы просто мерзнут. С левой стороны от входа двухъярусная кроватка, узкий такой гардеробчик. Здесь вот это дверца-лючок большой боковой, который позволяет сюда велосипеды погрузить. Ну, что-то такое объемное. Здесь это обеденная зона. Сейчас подушки я так немножко сдвину. Показать, что вот это вот стол. Он ставится вот на этот кронштейн. Здесь располагается аккумулятор. И еще вот такая ниша. Здесь выдвижной контейнер. Ну и, соответственно, там то же самое есть ниша. Такое простое решение в виде сдвижных дверц. Все легкое, на защелках. Никаких поворотных механизм, ручек. Такие вот гибкие светильнички для чтения. Удобные крепления телевизора. То есть планировка очень-очень уютная. То есть, представляете, здесь два человека. Здесь, ну, условно говоря, один человек, да, но у него такое козырное место. Дальше, спальное место в передней части. Причем хитрость заключается в том, что вот эта кровать, она помимо того, что поднимается и можно получить доступ в отсек, да, она сдвигается и вот на эту направляшку кладется. То есть становится шире. И вот туда, вот в этот проем между стеной, закладывается, вон подушечка едет. Здесь получается достаточно широкое спальное место. Здесь получается электрическая часть, да, то есть здесь пульт управления солнечными панелями и плюс, соответственно, еще общий блок управления, это который штатный шел. Дальше здесь душевая комната, причем обратите внимание, она, ну, достаточно приличного размера. Душевой поддон, все, достаточно много места. Свое есть окошко. Обратите, там ниши есть за туалетом внизу, да, и вот еще большая глубокая ниша в районе крышки. Ну и под раковиной тоже там мелочевочку можно закинуть. Зеркало тоже большое. Ну, в общем, класс. И еще один шкаф. Он не глубокий, но достаточно много полочек. Плюс есть доступ к системам, коммуникациям. Вот видите, там располагаются клапаны для слива воды из системы. Холодильник высокий. То есть здесь отсек. И здесь еще отсек. Это Тетфорд. Ну, соответственно, он на трех видах источников питания работает. Ну, в общем, вот такой вот интересный прицеп. То есть, повторю, длина 4,72. И, по сути, он получается пятиместный. Да? То есть, два здесь, один здесь и два сзади. Ну, в общем, такой приятный прицеп. Конечно, чувствуется, что в Adria минимализм везде. То есть, выбрали по материалам все по максимуму.
легенькая, тоненькая, но тем не менее от этого менее уютным он не становится. Шторки, здесь тоже перегородка, то есть, ну, в общем, классный прицеп. Кухонный отсек покажу. Видите, как реализованы лоточки выдвижные. То есть все в лотках, то же самое секции. И здесь большой отсек, но здесь связанная с трумой. Ее задняя часть здесь проходит. Наверное, и все. Дальше он поедет в Якутию, будет бороздить просторы Якутии.